Вот моя ногти инжировался меня здесь. Или, как сказать правильно, застрелили, подстрелили. Одним словом, я здесь получила тяжелое огнестрельное ранение. Мы сейчас находимся на улице Фурманова, напротив резиденции. Ну, не напротив, а рядом с резиденцией. Я здесь не была с 5 января 2022 года, когда я здесь, можно сказать, умерла и снова пришла в этот мир. Я когда вот спускалась по Фурманова, по этой улице, и дошла до резиденции, я увидела очень много народу. Я, честно говоря, тогда не понимала, в чем дело. На самом деле не понимала. Видела много народу. И просто из разговора людей, которые здесь были, шли по улице, я узнала, что произошло. Знаете, я вспомнила 1986 год. Потому что в 1986 году, 17 декабря, мы были на площади. А оказалось, что 17 вечером после этого, как мы уехали, ну не сразу, конечно, очень было жесткое подавление казахской молодежи. И все это время, уже прошло сколько, 30 лет, я себя чувствовала виноватой. А 5 января я также увидела очень много молодежи. И я хотела поддержать народ и быть среди них. Чтобы потом мне, знаете, по прошествии каких-то годов мне не было так же стыдно, что я осталась в стороне, что я не поддержала народ, который вышел, требуя справедливости. Я вот, когда я сюда подошла, увидела, я много не была здесь, потому что я только увидела эту сцену, очень много народу, и вдруг я почувствовала боль. И я хотела наступить на ногу, и было очень больно, настолько больно, что я потеряла сознание. Я упала. И в одно время я чувствовала, как будто что-то хлещет, как будто насосом выкачивают воду. Оказывается, у меня вена была прострелена, и оттуда прям кровь хлестала. Когда я лежала, вы знаете, я-то не знаю, что я лежу. Я вижу облака. Я вижу облака, и я как будто вот поднимаюсь к ним, они ко мне, или они ко мне приближаются. И еще я думаю, интересно, а почему облака серые, а почему они не белые? Настолько мне было хорошо, я себя так хорошо чувствовала, и я думала, хоть бы меня никто не трогал. Я не хотела, чтобы меня вообще не трогали. Видимо, я уже уходила, потому что такая красота, я лежу, вижу облака, и настолько мне не чувствую ни боли, абсолютно ничего не чувствую. Как я очнулась? Оказывается, двое молодых ребят взяли меня вот так вот за куртку и тащили. Потому что если бы не они, я бы просто умерла бы здесь от потери крови. Потом я снова потеряла. А, единственное, когда вот они меня тащили, я помню, опять вот этот стрекот начался, и они вдвоем говорят, жат. Они с двух сторон падают, один с одной стороны, а другой с другой стороны, и щитом вот так вот закрыли и меня, и себя. А потом, когда вот этот стрекот прикатился, они снова поднялись. Когда смотришь вот на это место, вспоминается, говорю же, все начинает в памяти всплывать. Все, что там. Неужели такое у нас вообще возможно было такое быть? Это столько народу пострадало тогда. Столько людей молодых погибло. Ужасно. Почему я и говорю, что здесь я снова родилась? Ранение было очень тяжелое, оно тамырды қиып кеткен ғой. И еще поврежден, у меня в данный момент определили на аппарате, что у меня отсутствует нерв большеберцовой, малоберцовой кости, полностью отсутствует. Вообще ее нет, не чувствует ничего. А тогда-то я этого не понимала. И он мне говорит, мы кантаровцам инвалидность не даем. Я знаю, что очень много людей, кантаровцев, страдают, их не принимают, оказывается. Отказывают в лечении, отказывают в операции. Я просто хочу спросить у Токаева, да, у господин президент, скажите мне, пожалуйста, на каком основании врачи так делают? Кто им дал такой приказ? Были мысли, что я хочу найти этого человека, который меня стрелял, я хочу посмотреть ему в лицо. Кто это сделал? Я хочу, чтобы его наказали. Но он так и остался безнаказанным, потому что пули нет, сквозное ранение. Сегодня приехала Насиф Улина. Здесь у нас находится департамент труда и соцзащиты города Алматы.
Дело в том, что мне дали третью группу инвалидности. В том году у меня была вторая группа инвалидности. Я вот приехала сюда, хочу обжаловать решением СЭК и написать заявление. И пусть меня примет городская экспертиза и пересмотрит мою, как, ну, я не знаю, это инвалидность, да, скажем так. Не знаю, что сейчас будет, посмотрим. Неудобно проезжать через эти пороги. Вот я считаю, это департамент труда и соцзащиты. И где ваша защита? Я прошла здесь не могла пройти, мне сказали, обойдите, вот отсюда зайдите. Там тоже нет пандуса. Опять же, к вам, к ним, нет, ко всем. Сказали, что Горздрав будет меня приглашать. Заново буду проходить комиссию по инвалидности. Ай, сау болыңыз енді.